Вот так вот оцениваю. Майзелов и слава КПСС. Старое и новое, как пиво и водка, ёпта. Черный санглаз на столе Валерстайн. Красные глаза, словно Марс под бейслайн. Русский рыбачок, и он для тех, кто не съебал. Захожу с пинка, как Оксимирон бросал. Она открыла рот, будто бы милфы на шамане. Ведь она строго нижняя, как окси прижигание. Мои флоу либеда, эти калеки, как аллергики. Чихают мне хуй все эти легенды бэтла. Фандом скоро будет мой, сниму последнее. Бум-бум-бум, иди в трампун, снимай последствия. Зумер, как Мазелов, я пою, как вувузела. Бич мой шутер, громадяка, пару всех и вывезела. Клика, думаю про рэп, даже когда и бублиде. Она сказала про задержку, и я выкрутил дилей. Сравни первую мировую с Горгородским долгостроем. Там и там, после сиквела, еврейчик был расстроен. Не соси, мой хуй, твой рот такого недостоин. Наступаешь ПО, братишка, мы тебя уроним. Без господина в голове, как будто роним. Амка спила и массисты, значит, снова сделал килл. Я хочу сказать, конечно, спасибо за отсылку, респект. Ронан, это да, действительно, первый нарезчик мой. И, ну, это да, действительно, не я, у него в комментарии писали, типа, обращение ко мне, но потом люди поняли, что есть нарезки, а есть, ну, то, что это не я, то, что я стример, да, я стримлю. А Ронан, это просто нарезки, ну, это реально, да. Спасибо, спасибо, что ты еще вот это упомянул, реально. Мутатоксис на похоронах, танцы на костях, бабы на сносях, мы как пара черепах. Ебать, вот это, сука, вот он, вот эти вот рифмы на похоронах, танцы на костях, на сносях, на черепахах, бля, это вообще очень сильно, да, я дал тёлке в пах, блядь, ну, блядь. Очень круто, реально, это очень круто. Скажем нахуй крыс, как Олег манекен. Ты сдал своих парней, слышь, Олег, мамин хер. Ты злый под юбку, Мазелов новый Мэдисон. Я с королем отвечаю, значит нахуй осуждение. Со своим самом. Но тут он что-то определенно перепутал. Мы с ним не виделись, типа, ни разу. Я что-то не... Вот это я не понял. Вот тут вот по разбору текста, вот это я не понял. Но, знаете, ну, рэперы, они, ну, любят такие припизнуть, типа, что они крутые, что они там что-то. Но, ну, не, может быть, мы увидимся, конечно, но пока он такой припизнул. В чужом храме мы вокс-попули сделали вам пушку, и это тульский токарь, бэх! Шиперы вперед, дарит добро. Оксимирон не стримил хоррора, он что, стекло? Да, нахуй, на агент, он шестерка, но не кент, мы выдаем на белый... Значит, тоже, слушайте, мне кажется, какая-то конфликт. Какой-то назревает конфликт, потому что это какая-то вообще странная тема. Вот мы вроде кинтим, да? Такие вот, блядь, уже третья какая-то гадость про меня. За текст. Всем лондонским интеллигентам. Из-за заклада кроты безработные. Все грибники теперь голодные. Верим, подфартит, хочет найти, не заплатив. Но наркоману два пути, либо ютуб, либо стримы. Сажу тебя без дата, как стыди. Где твоя жизнь не батл, рэп жизни говно. Возьми с собой компас и карту, заблудиться буду. Как мне играть в поисках воли. Бумер как славян 90-й, помню 9-й. Жизнь была другой, у людей не было. У меня все было тренинг, если ты не пацан, то у тебя слов не было вообще. За славой научили жизни вас, как тиктоки с Кощеем. Ну, что я могу сказать? Значит, ну, фит неожиданный. То есть я оценю вот примерно Востока. Это достаточно неожиданный фит. И, ну, интересно было послушать. Интересно. Но, учитывая то, что мне Слава КПСС как бы не симпатизирует, я бы все-таки, наверное, ну, вернул бы там сколько было. Да, вот, ну, примерно, может быть. Ну, вот так, да, может, я верну. Дальше,
Мне не хватило Мазелова самого, потому что что-то... У меня, я в таком фите участвовал, и в итоге, блядь, чел такой говорит, ебать, я буду полчаса нахуй, а ты 15 секунд в треке. Это хуйня какая-то, не хватило Мазелова, потому что Мазелов мой кентик. Вот, мне там понравились отсылки, вот конкретно, где были переделаны именно строчки Оксимирона. Короче, я думаю... Ну, учитывая, что Мазелова все-таки маловато было, но у него прикольно. Вот так вот. Дальше. Ну, блядь. Какой-то все равно проходной трек. Я бы вот так вот бы снизил. Где-то вот настолько. Такой проходной трек, но прикольно. Но реально прикольно. Единственное, что мне не понравилось, это то, что, ну, меня три раза засрали почему-то. Не, я понимаю то, что это сейчас модно, чем хайповее личность, чем она вот более к звездам, да, приближена, тем она ярче горит, да. Но все равно как-то, короче, я на 12, короче, дюжину. Да, скорее всего, возможно, они мне завидуют. Это правда, это правда. Да. Так, дальше, какое еще? Ну, подразъебало меня, да, да, подразъебало, но все слишком однообразно. Я думаю, я вот так вот поставлю, вот. Было прикольно, но что-то ни припева, нихуя нет, и вот постоянно одинаковая какая-то читка, и нормально. Вот, ну и, короче, моя оценка, ластовая, да, ну, я думаю, где-то вот. Вот что-то вот между 70 и 80 FPS. Где-то. Не, ну... Ладно, пусть 70. 70 FPS пусть будет у данного релиза. Короче, я ставлю 70 FPS этому треку. Да, спасибо.